Доходы, расходы, дефицит. На заседании комитета Ивановской городской думы обсудили, каким будет бюджет в 2013 году и плановый период 2014-2015 года. Совместно с администрацией депутаты устраняют последние нюансы в документе, чтобы можно было вынести проект на пленарное заседание думы для принятия в двух чтениях. А потому на все вопросы лучше ответить прямо сейчас. В основном эти вопросы коснулись социальной сферы, где поднимался вопрос и заработной платы работников дошкольных учреждений. Поднимались вопросы социальной защиты населения. Это в частности и финансирование мероприятий, связанных с межеванием земельных участков для многодетных семей. Впервые депутаты рассмотрели вопрос о предоставлении компенсации детям, инвалидам и малышам из неполных семей, которые долгое время ждут своей очереди в детский сад. В Иванове насчитали 185 дошкольников, которые могут рассчитывать на выплату такого материального пособия. Депутаты Ивановской городской думы сегодня на заседании просили рассмотреть администрацию города механизм реализации того, чтобы данные семьи с 2013 года начали получать компенсацию в размере 1000 рублей. Для такой скромной компенсации в бюджете нужно изыскать чуть более 2 миллионов рублей. Администрация уже заявляет, что денег взять просто негде. Депутаты предлагают как следует проанализировать доходы в 2013 году и изыскать деньги на субсидирование компенсации оттуда. Елена Белова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.